Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. 10 новых остановок установили в Сургуте в этом году. В следующем, по результатам торгов, в планах установить еще 15. Такого же типа, как на Университетской или Пролетарском. В дальнейшем некоторые остановочные места будут выставляться на торги. В первую очередь речь идет про инвестиционно привлекательные улицы. К примеру, Мира или проспект Ленина. К этому проекту уже несколько лет проявляют интерес отдельные банки. Кроме того, планируется установить тумбы для объявлений. И ноу-хау для Сургута – информационные табло, на которых будет показываться время приезда городских автобусов, температура и, возможно, рекламная информация. Я ставлю перед собой задачу в течение года, максимум двух, ситуацию здесь восстановить. Здесь же еще какая была причина? К сожалению, это было наше упущение, что при проектировании новых дорог мы не закладывали остановочный павильон. То есть мы надеялись на то, что мы дорогу построим, потом проведем конкурс, установим остановки. Но, к сожалению, не всегда это играет.